В Алматы на бывшей ВДНХ проходит первая компьютерная и телекоммуникационная выставка «Кител». В Казахстан окончательно приходят новые технологии. Самая продвинутая технологическая сфера у нас еще и самая востребованная после автомобилей. Компьютеры нужны всем – школьникам для игр, банкирам для работы, акимам в кабинет. Спустя 27 лет отечественный сектор IT приобретет свой неповторимый оттенок, начнутся грандиозные скандалы с электронным правительством, а Казахстан станет одним из лидеров по майнингу криптовалюты. Но в 93-м на компьютеры приходят скорее полюбоваться.